Всем привет! Продолжаем мы уроки на вистлах. Сегодня у нас второй урок. Я вам расскажу, что такое конденсат, и будем разучивать гамму, извлекать чистые ноты. Ну что, поехали! Что такое конденсат? Это проблема всех духовых инструментов, флейт, разных, ну, неважно, любой духовой инструмент. Это когда вы, допустим, играете, и горячий воздух с вашего рта соединяется с материалом холодным, там, с металлом, с пластиком, и у вас образуются капельки на свистках внутри трубок, и начинает пропадать звук, какой-то появляется посторонний звук, и его нужно постоянно продувать. Ну, естественно, флейты надо иногда ухаживать внутри, протирать, брать какую-нибудь палочку специальную, наматывать что-нибудь такое вот, ну, там, салфетку или еще какую-нибудь тряпочку, и прочищать иногда, чтобы там было у вас чисто, потому что там все время потеки. Когда вы играете, у вас, естественно, забивается вот здесь конденсат, капли. Нужно иногда продувать. Просто поворачивайте боком, и все, у вас он весь выходит. Ну, теперь перейдем к нотам, к гаммам. Берем вистл, зажимаем отверстие. Вот так вот. И играем первую ноту. Допустим, в рестрое. Так как этот вистл в рестрое. Вот такой вот у вас должен быть чистый звук. Поначалу не будет получаться. Если вы будете сильно дуть, у вас будет получаться вторая октава. А здесь нужно дуть немножко нежнее. Ну, сперва будет у вас получаться вот так. Примерно что-то в этом роде. Ну ничего, нужно именно добиваться вот этого звука. Ну, потом, когда у вас уже будет получаться эта нота, то нужно уже переходить к следующей. Ну сразу вам покажу гамму медленно. Вот так вот чистенько. Если у вас будет получаться, то нужно и в обратную сторону учиться. Вот, это первая гамма, самая легкая. Еще раз. Вот так вы должны играть, когда будет получаться. Со временем просто будете ускоряться быстрее, 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 быстрее играть. Ну все, на третьем уроке мы перейдем уже к той же гамме, только уже первая, вторая октава, первая, вторая октава, первая, вторая октава. И все точно так же. Там уже будете учиться переходить с первой на вторую октаву. Все, всем пока!